Партію розвиває Купрійщик. Вона собрала два гросмейстера, зібрані в добі 1970-го року. Все чотири. Це ход взагалі определяє одне начало. Все чотири і п'ять. Конь це три, конь шість. Конь це шість. Конь це шість. Конь в три. І в п'ять. Д чотири. Д чотири. Д2, Д4, Е5, Е4, Е4, Е5, не, Е5, 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 Е4, не брали вперед пошли, Е5, Е4, конь по двою, но белые сыграли разве слона, слон уже 5, пока бить нельзя, потому что напали на ферзя, черные сыграли конь 6, вывели коня, конь же 8, 6. Здесь последовал не очень хороший ход d5. d4, d5. Черные белые на f3 коня отдают, но они берут на c6. То есть конь разменивается. Вот белый думаю, что это позволит им выбить пешку, но ошибка. Значит, d5 последовало еф. Черный взяли пешку коня. Белый, естественно, взяли коня на c6. И здесь. И здесь последовало черный, значит, взяли на g2. На g2. И белые вот они обратно, я думаю, что они выигрывают пешку. Взяли пешку на d7. c6 бьет d7 шаг. D7 сейчас что-нибудь. Белые думают, что они выигрывают. То есть после. Ну не выигрывают, у меня, что у них хорошая позиция. После того, как черные возьмут на d7. Смотри, H1, H1, они шаг, потом они могут побить пешку слонов. Когда шаг отойдет, они могли побить пешку слонов. Да. Черные в один ход выиграли, каким образом? Они не стали брать. Я говорю, что если они взяли слоном или конем, тогда белые бы побили пешку на G2. Да. Ну, допустим, так. Они его побили на g2, и у них было все в порядке. Да. Ну, такая игровая позиция. Вот. Но они сыграли один ход, очень важный. Какой? Черные здесь сыграли как? Черный ход. Вот так? О, правильно, они сыграли. Слон бьет ферзя. Да, и тогда пешка превращается в ферзя. И бьет возьму. Бьет возьмет, получается, что ферзь возвращается.